Готовлюсь выдвигаться в Казань. Погодка дождливая, там тоже. Пробуду там, наверное, 2 дня. Все, встретимся там. Такая вот фигня, короче. Как это... капсула, блин, в фильмах про космос. Сегодня какой-то цели по дистанции у меня нет. Просто, наверное, совершу сегодня такую неспешную обзорную, скорее, экскурсию, делаю экскурсию по Казани. А завтра, если будет плохая погода, наверное, уже пойду пешочком погуляю. Ну, в общем, проехал порядка 35 километров, большинство в таком матрасном режиме. Центральная улица достаточно так плотно занята людьми, и поэтому там вообще, в принципе, не разгонишься. Так, в некоторых местах вжарил, в целом неплохо прокатился. Сегодня 5 мая, я все еще в Казани. Сегодня хорошо выспался, проснулся, пошел позавтракал в ближайшую столовку. Чисто, цены приятные, вообще Казань в плане цен очень даже неплохая.
Потом пошел, выселился, собрал все вещи, выселился из хостела. Прямо на парковке хостела помыл свой велосипед, чуть нашаманил. Вот теперь приехал на парковку ближайшего ТЦ, тут рядом метро. Сейчас пройду одну станцию и пойду смотреть Казанский Кремль. Двигаюсь из Казани в Самару. Забронировал себе хостел какой-то Мишка. Опять почти первый попавшийся нашел, там более-менее нормальными оценками. Единственное, что на одну ночь только получилось забронировать, а я там планирую провести две ночи, поэтому опять придется искать. У меня прям тур получается не только по городам Волги, а и по хостелам. Вот Казань, Казань понравилась, Казань классный, современный, чистый город. Блин, ну, сюда надо возвращаться, естественно. Казань классный город. По темпу жизни чем-то мне Москву напоминает. Все, в общем, пошло немного не по плану. Погода испортилась, на выезде из Казани гигантская пробка. Наверное, сейчас уже в ней стою, еще минут 30 стоять. Вообще почти не едет. Уже рискую вообще не успеть до 12 в Самару. Если до 12 не успею, меня, наверное, не заселят. Хостел, потому что заселение до 12. Вот очень все, в общем, печально пока. Дорожки, конечно.